Сегодня для меня окончание года. Сегодня праздник. Мне больше всего нравится выступать на сцене. Я участвую почти в каждом номере. Это, мне кажется, одновременно и сложно, ну и классно. Я бы хотела быть моделью, чтобы ходить по подиуму и сниматься для журнала. В проекте Celebrity Kids участвуют только звездные дети. Таковыми они стали после целого года серьезных занятий подиумным шагом, танцами, вокалом и актерским мастерством. Мы проводим этот отчетный концерт в рамках конца обучения. Мы показываем, чему дети научились. Самая любимая работа, это, знаете, это, наверное, нежность. Вот у них такая самоотдача. Когда приходишь с работы домой, ты не уставший, а ты вот наполненный вот этой вот энергией. Вот, и поэтому нам очень нравится то, что мы делаем, и у нас все получается. Самые главные зрители показа – это, конечно же, родители, которые с большим удовольствием наблюдают за тем, как сцена меняет их любимых деток. Данная школа нам дала очень много. Мы по-актерски развиваемся, с танцами. То есть со всей стороны у меня ребенок развитый. Дай бог, все нормально. Мы достаточно сильно подросли, стали гораздо увереннее в себе. Даже вот сегодня у нас был выпускной бал в детском саду, и она гораздо увереннее в себе, танцевала во всех конкурсах, участвовала. Раньше она была более скромной. Мы участвуем в фотосессиях, мы ходим на показы, нас, то есть, выбирают на многие показы. Еще мы в сентябре летим в Милан. Сегодня умение выступать перед зрителями – это важная составляющая успеха. И пусть не каждый в будущем захочет стать артистом или моделью, эти навыки пригодятся еще не раз.